что-то вроде надо там сказать, да, за второй этап, а сказать пока нечего. Работаем нормально. Были сложности. Куда без них? Где нет сложностей? Наверное, когда вы умерли, тогда у вас нет сложностей. Пока вы живете, у вас всегда будут, черт побери, сложности. Поэтому и у нас так. Работаем, в общем, с ними, но результат наметился положительный, я считаю. Вот. Темп нашли, нашли зацеп, нашли нормальную агрессию. В принципе, по скорости в топ 5 на тренировках были, да и в гонке тоже. Поэтому продолжаем работать. Наверное, возьмем цель на спортивную составляющую, прям основную. Будем этим заниматься.